Лагерь последний. Почему? Хватит. Да, здравствуйте. Поздно присели. Тому времени, когда вы присели, это уже можно... Там пряники где-то еще были? Пряники положили на пол. Я думаю, так будет эффективнее. Я думаю, в любом случае. При любом действии это было Степа тоже нормально откалывает. Ну как кофе? Вкусный кофе? Кофе, да. Сейчас проверим. Дайте комарин. На нос. Вот именно нос кусает. Какого уважения к артисту? Сейчас без слов. Бумаги выбросил. Какие там аккорды? Глаза залил. Заказывайте любую песню. Под солнцем злющим, обжигающим, блюющим, а над нами злые тучи, холода все круче, круче, и уже как две недели прогноз радио и теле в самом деле. Плавляем родные края, а сам эскимос. Несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. И все вместе. Хейвер, бонда, ганагуна, гарден бай. Хейвер, бонда, ганагуна, гарден бай. Хей, гарден бай. Какую ты говоришь насчет? Аппарат. Не надо. Они ложатся, впитывают тебя эти комары. Да, это погибают, да. Этот мир подобного и света, но все устроено так, чтоб ты не помнил об этом. Ты просыпаешься разбитым вне свежей постели. Ты не знаешь того, кто живет в твоем теле. Привязанности бьют электрическим током. Ты похож на бабочку, непобедившую кокон. Но есть время, можно все пока еще наверстать. Бежать, бежать, спасать то, что осталось. Земля Франца Иосифа, территория свободы. Земля Франца Иосифа, времени на количество денег. Бессмысленный процесс в погоне за тенью, но ты уже не можешь.
пока реальная жизнь проносится мимо. Но есть время, можно все пока еще наверстать, бежать, бежать, спасать то, что осталось.